привет, народ. Немножко рекламы. Сказали, что пленка пузыриться не будет, а она пузырится. Короче, ребят, видите, без шпателя, без ничего. У меня такой мастер-класс в гараже сегодня получается. Кому надо, обращайтесь, помогу, расскажу. Тут не сложно. Вообще не сложно. Так что ставьте пальцы вверх, удобно. Все готово, осталось тут немножко только подрезать краешки такое вот. Еду, ребята, на след блогеров. Оп, побежали. Опа, пяточкой вперед, назад. Аккуратненько, малыш, не упади. Я подъезжаю, вот оно, Медведево наше. Осталось совсем чуть-чуть. А вот, собственно, и прибрежный. Вот он, пятый корпус, вы заходите. Ага. Там вот ресепшн. Вон там. Спасибо большое. Добрый день. Добрый день. Вы не делали на вас? Не делал бронь. Никак. Это у вас такие услуги, да? Яхтинг? Да. 3500 рублей в день. Угу. Какие такие ощущения приятные. Идешь такой, запах хороший. Беседочки такие аккуратненькие. Тут не курят, и это правильно. Смотри, как все аккуратненько. Саня, на отдыхе уже. Да. Привет. Что вы там все уже тусуете? Да, уже. О, шикарно. Гляньте, вот так вот встречают блогеров. Для нас скидка большая за этот номер. Кондишечка есть. Все супер, ребята. Первое впечатление очень даже впечатляет. Огромная душевая. Бум. Первый этаж у меня шикарно. Новая мебель совершенно. Ой, сколько тут всего. Мне столько не надо. Гляньте, сколько всего интересного. А это что? Деньги дали, они не привезли. Да. Клево. И поэтому теперь общий холодильник на всех. Ну, хотя бы хоть так поставлю. Зато знаете, как большой семье, да, не щелкает. Это шутка, конечно, шутка. Убирается территория. Как здесь клево, ребята. Я вам скажу. Прям клево. Огромный стадион. Смотрите, все выметается. Аккуратненько, все чистенько. Здравствуйте. Вот такая красотища. Ну и класс, ребят. Я на отдыхе. Один день, правда, всего лишь, но это тоже круто. Смотрите, какой стадион аккуратненький. Ну, в общем, мне нравится. Здесь очень даже интересно, очень даже прикольно. Такое уютное, тихое место. Людей нет вообще. Просто посмотрите, какой рай для туриста. Людей нету. Просто кайф. Что немаловажно, посмотрите, все зеленое, все такое красивое, много деревьев. Хотя для этого места очень... Здравствуйте. Хотя для этого места очень проблематично, чтобы зеленых деревьев было так много. Здесь их просто прям полным-полно. И это очень радует, это просто класс. Я иду на лаунж-зону, там, где сходняк всех наших блогеров. Вот зона отдыха. Поехали дальше. Вон палаточки. Это ребята, которые наши приехали с палатками. Им разрешили. Я тоже взял на всякий случай палатку, но ставить ее не хочу. Я решил пожить в номере. Вот так выглядит прибрежный, ребята. Красота. Итак, ребят, расскажу вам немножко про этот отель. Размещение в 5 двухэтажных корпусах. Все удобства, есть Wi-Fi. Номера двухместные полулюксы, либо блоки с удобствами на номер на 4-6 человек. Цены от 1500 рублей в сутки. Также здесь есть стоянка для парусных яхт. Есть школа водных видов спорта и собственный прокат кайтов, виндсерфов и сабвордов.
Также на территории присутствует ресторан, шведская линия, есть бар, есть кафе, есть детская комната, можно заняться йогой, можно заняться фитнесом, современная электронная музычка по вечерам, диджей-вечеринки, техно-хаус, чилл-лаунж, ну и всякое такое, что, возможно, вам по душе будет конкретно именно в этом месте. А также здесь кристально чистая вода. Кстати, об этом есть специальное заключение экологов, между прочим. Также хочу добавить, что вы сможете здесь реально покататься на яхте, обучиться парусному спорту под руководством яхтенного капитана, настоящего знатока ветров Западного Крыма. Есть прогулки под парусом по Черному морю, а еще есть своя стоянка для яхт, как я уже говорил. Также кайтсерфинг для смелых. Это, знаете как, это что-то невероятное. Запад Крыма вообще называют краем ветра. Это мекка любителей и профессионалов кайта, которые ловят здесь ветра круглый год. У нас можно, ну не у нас, а конкретно вот в этом месте можно учиться кайту и катать без ограничений. Тут самое главное соблюдать все правила безопасности. Также здесь я уже говорил, что есть сап-туры. Что это такое? Самый популярный спорт в 2021 году в формате интересных прогулок по данным окрестностям. Гастротуры, наустричные фермы, фототуры к затопленным кораблям, экотуры, заповедники. Я думаю, это любому понравится. Также здесь, что хорошо, это личный пляж. В данном отеле свой песчаный на первой береговой линии пляж. А идти от вашего буквально там номера до него всего лишь тут ну каких-то 50-70-100 метров. А на пляже есть волейбол, есть кафе, есть шезлонги. Есть мелководье для детей и на всякий случай дежурят спасатели. Кстати, понравится, конечно же, здесь и вашему ребенку. В программе отеля уже включено рисование на берегу, детская комната, групповой английский и детская йога. Так что как-то так, друзья, это была краткая такая информация про этот отель. Кстати, забыл сказать, еще здесь есть свой кинотеатр. Сочетается высокое качество звука и изображение открытого кинотеатра с атмосферной обстановкой на свежем воздухе под звездами. Можно посмотреть драмы, триллеры, комедии, фантастику, все, что хочется, ну, все, что вам просто захочется, все на ваш вкус. Окунетесь в киномир на пару часиков у берега морского залива. Как-то так. А также сможете, если у вас будет желание, вечером с друзьями спеть в караоке. Прямо вот на площадке в караоке. Это просто очень весело и интересно.